купила купальник, прекрасно, вверх, вот, а внизу стринги. Ну, думаю, ладно, и принесла домой. Вот, и я так оделась, встала перед ним, я говорю, ну как? Жень, он говорит, неплохо. Потом мне говорит, повернись спиной. Я услышала не смех, а плач за спиной. Думаю, провались оно все пропадом. И мы поехали на Волгу, в Астрахань, где мы полтора месяца всегда жили, значит, да. Это. И я надела, и стринги в зеркальце посмотрела. Думаю, не так, это все и страшно, да. Ребят. А кто был, значит, на Волге, там летают огромные морские чайки. Серые. Опа! Вот с такими носами. И я вот так вот переступаю, а они называются чайки-хохотуны. Я выхожу из палатки, ровно над моей палаткой. Даже природа ржет надо мной.